Мы рады приветствовать вас на нашей выставке «Вселенная Пирогова». Как вы уже слышали, он создан в рамках очень интересного проекта, посвященного анализу русской духовности. И действительно очень странно, почему Николай Иванович Пирогов стал одним из деятелей естественных наук в таком созвездии писателей, музыкантов и художников. На самом деле, очень важно то, что Николай Иванович, кроме очень большого корпуса медицинского и педагогического наследия, оставил потрясающей глубины и честности дневник старого врача, заголовком которого являются «Вопросы жизни». Что такое человек? Насколько точным могут быть его попытки анализа собственной личности и того, добился ли он в этой жизни тех целей, которые он ставил перед собой, которые, возможно, ставил перед ним Бог, и тех целей, которые поставила перед ними жизнь. Вот об этом мы и хотели порассуждать в нашей выставке, посвященной Николаю Ивановичу Пирогову. Прошу вас.